Песнями и танцами отмечали День народного единства жители Невского района. Праздник прошел сразу на нескольких концертных площадках. Я от имени главы администрации Ситникова Сергея Васильевича хочу поздравить вас именно с народным, именно с праздником, который вошел поистине в души каждого россиянина. День народного единства посвящен подвигу народных ополченцев, освободивших Москву от польских интервентов. Он символизирует единение многонационального российского народа. Праздник отмечается относительно недавно, однако для многих петербуржцев он значит больше, чем еще один выходной. Нам надо научиться терпимости, это большое дело. А для нас это семейный праздник, да? Хорошо провести время с улыбками. Это день, когда собирается много людей, когда можно увидеть счастливые лица даже в такую холодную погоду. Соединяет все конфессии, соединяет все национальности. Это хороший праздник. Он как-то людей сближает. Перед жителями выступили музыкальные коллективы, а также народные и заслуженные артисты России – Николай Копылов, Борис Демин, Юрий Знаменский. На концерт приходили целыми семьями. И даже пасмурная погода не испортила атмосферу праздника и веселья. Весело, интересно. Спасибо нашей администрации за такие праздники. Ну, а когда хорошее настроение, хочется какие-то вообще в мире делать дела. Веселит, надо почаще так и устроить. Мы тоже с детьми вышли. Спасибо всем. Почаще надо. Жители Петербурга, независимо от национальности, связаны общей культурой и историей. Каким будет будущее, зависит от того, сможем ли мы и дальше жить в мире и согласии, как единый народ.